Что ж, добрый вечер еще раз. Рада видеть здесь участников семинара «Война и распад языка». Рада видеть авторов журнала «Транслит. Больше нет слов». Вот примерно месяц назад случилась довольно трагичная и в то же время ожидаемая вещь. Была объявлена о фактически закрытии факультета свободных искусств и наук. Это событие привело не только это, но и довольно давняя, довольно трагичная история взаимодействия не только Смольного, но и других важных гуманитарных институций с государством показывает вот какую-то такую несовместимость, невозможность продолжать тот проект гуманитарного знания, который мы начали примерно, если говорить о Смольном, больше 20 лет назад, если говорить о других институциях, там будут другие временные рамки. И вот так получилось, что довольно большое количество преподавателей Смольного оказались за пределами Российской Федерации по разным причинам. И мы выступили с инициативой «Смольный без границ», решив, что вот эта институция – это сообщество людей, а не конкретное здание, а не привязка к Санкт-Петербургскому государственному университету. Мы все предложили курсы о войне. Андрей Розин предложил курс о войне и науке. Я вот, собственно, предложила курс о войне и распаде языка. Илья Калинин делает серию лекций, посвященных так или иначе различным аспектам экономики, социологии и символического производства, связанного с войной. Целью нашего семинара, наверное, у нас не было цели узнать все о войне или узнать все о распаде языка. Мы хотели проследить то, как современная поэзия реагирует на критическое состояние общества, критическое состояние гуманитарного знания. В рамках курса мы делали параллели с Первой мировой войной, со Второй мировой войной. Мы говорили о различных аспектах того, как можно понять, почувствовать, что происходит, найти свое место вот в этом изменившемся мире. Я думаю, что чтение результатов того, что мы сделали на этом курсе еще впереди. А пока давайте посмотрим, послушаем, что было сделано коллегами, товарищами и друзьями в журнале «Транслит» примерно чуть раньше, на несколько месяцев раньше курса. Но оказалось, что вопросы, которые мы задавали себе и коллектив авторов «Транслита», и мы коллектив преподавателей Смольного, конечно, здесь надо сказать, что тоже я член ряд коллегии «Транслита», и это довольно близкая мне инициатива, и особенно вот этот номер, чтение автора которого, вот я предлагаю уже и начать. Угу. Тогда я начну как редактор поэтического раздела, как раз-таки присоединившись в этот момент. И, ну, конечно, во многом в стейтменте было прописано, что это был достаточно непростой выбор, потому что он находился как бы сразу между этикой, эстетикой и политикой в разных измерениях, и даже были некие критические ситуации, критические дискуссии в редакции. Нам даже пришлось снять одну подборку в силу как раз-таки институциональной связи с, как бы сказать-то, ну, спонсорами идеологии современной России, которая, в общем-то, и привела к мобилизации и милитаризации общества, то есть тех данных, которые нам давал ВЦИОМ, даже если они несколько завышены, то активная поддержка того, того империалистического насилия, которое ведет
наше государство среди населения все же прослеживается. Там, я не знаю, у меня буквально недели три назад была дискуссия как раз-таки с вроде человеком аполитичных взглядов, но касательно этих событий у него такая вот риторика застоя. Вот, не случайно там один из предыдущих номеров «Транслита» был посвящен застою, так и нынешнее противостояние России изображается как противостояние России и НАТО, причем используя политические клише эпохи застоя, и удивительно слышать это, конечно, от людей, имеющих какую-никакую интеграцию в гуманитарной сфере. Вот я не буду переходить на личности, потому что я считаю, что это не вполне этично, но то, что вот поддержка, идеологическая поддержка населением текущих событий есть, это, к сожалению, факт. И поэтому при сборе материалов, при обсуждении с одной стороны, тех, кого мы пригласим, с другой стороны, open call, всегда вот была вот такая вот несколько сложная позиция. То есть ответственность за высказывание, конечно же, не отменялась, но при этом добавлялась и этическая ответственность. То есть насколько уместно будет в текущем контексте ну, та или иная подборка, скажем так, насколько вообще будет, как бы так сказать, насколько уместен сам номер, в который мы в силу разных причин не могли пригласить авторов из Украины, русскоязычных и украиноязычных, ну, по той причине, что это и с одной стороны было бы и неэтично, и с другой стороны они бы и не согласились в силу того, что мы действительно находимся в под «мы», я имею в виду не сами мы, а, грубо говоря, вот этот вот некий языковой хронотоп находится в позиции агрессора, и поэтому задача, может быть, этико-политическая заключалась, может быть, в формировании неких модусов, с одной стороны, поиска субъектности, но как себя собрать после того, как нас разобрало. И отчасти в этом плане номер редакции, мне кажется, так или иначе помогал собраться. И я думаю, что авторам и авторкам номера, ну, хотелось бы надеяться, что так или иначе собраться. Ну, вот в этом модусе некой консолидации, с одной стороны. С другой стороны, ну, в неком модусе, как вообще возможно сопротивляться, когда, ну, сопротивляться посредством, конечно, репрезентации, то есть языкового сопротивления, эстетического сопротивления, в условиях, когда мы уже не можем говорить прямо, не подвергая себя какому-либо риску, в том числе юридическому, но и при этом не можем не сказать прямо, ну, потому что это этическая некая задача, которая стоит сейчас перед деятелями культурного производства, деятелями и деятельницами культурного производства, ну, в различных аспектах, как и, собственно, и редакторам и редакторкам, так и авторам и авторкам. Вот мне кажется, что я более-менее как раз-таки рассказал вот некую такую не очень, с одной стороны, простую, но с другой стороны, ну, на тот момент казалось, что это прямо просто остро необходимо что-то сделать, как-то высказаться. Ну, я думаю, что вот и результаты, и то, что мы сейчас продолжаем как-то говорить, собираться, говорят о том, что все равно у нас есть некая острая необходимость, ну, в том, чтобы была какая-никакая консолидация, ну, в оппозиции тому, что происходит, и в оппозиции тому, что, ну, с одной стороны, в оппозиции с вытеснением текущих событий, которые, ну, каждый день новости нам приносят, и поэтому одна из стратегий
всегда было вытеснение. А с другой стороны, ну, в некой оппозиции, вот, грубо говоря, неких хороших русских, которые как бы всегда с себя снимают некую ответственность, ну, грубо говоря, там в интервью «Медузе». То есть всегда вот эта вот некая этика, политическая задача в этом, мне кажется, находится. И тут, наверное, подробнее про как раз-таки, может быть, какие-то языковые распады и прочие истории как раз-таки Паша скажет. Угу. Да, спасибо, Леша, за очерчивание, очень четкое очерчивание, собственно, редакционной стратегии, позиции, которая была здесь действительно непростой. Я, в свою очередь, как редактор отдела теории, скажу несколько слов вот о той смычке, которая возникла здесь между журналом и, собственно, курсом вот «Смольного без границ», этим выпуском журнала конкретно, поскольку это не просто случайная или, скажем так, чисто товарищеская институциональная смычка, да, а это некоторый резонанс чисто теоретического интереса. Вот. Ну, с Натальей и мы давно уже сотрудничали и в журнале, и просто дружим давно, поэтому в известном смысле этот резонанс был как-то подготовлен просто общими научными там интересами, даже некоторой предысторией общей этих интересов. Но здесь, как вы понимаете, сама тема не просто чувствительности к материальности языка, а именно распада языкового, как одного из, ну, скажем, обстоятельств, да, ключевого обстоятельства как бы сегодняшнего поэтического творчества, нас сблизило в очередной раз. Вот. И действительно, после того, как номер вышел летом, и в нем мы предварительно пытались зафиксировать, да, вот первые симптомы этого распада, да, какие-то первые струпья обнаружить на языке, осенью собрался вот этот семинар, где это уже стало обсуждаться академически, как, то есть практически освещено было, пусть и в изгнании, да, ну, как бы академическим дискурсом. Вот, нашими интуициями базовыми в связи с вот этим номером, который впервые был, тема которого впервые была транслитерирована, действительно, мы пытались классифицировать, да, целый ряд, целый список затруднений, который стал обнаруживаться на разных ярусах языка, от самых простейших и банальных, скажем, где некоторыми словами стало опасно пользоваться, хотя на самом деле это не такая уж безинтересная ситуация, да, где... И, скажем, она отличается от той ситуации чисто цензурной, да, ситуации, там, не знаю, 19 века, где тоже некоторыми названиями, например, там, понятием натуральной школы, да, или целыми фамилиями совершенно нельзя было как бы употреблять их. Вот. Вот, из-за чего тоже изобретались разные заменители, скажем, да. Натуральная школа превращалась в гоголевский период русской литературы и так далее. Вот, мы находимся сегодня не просто перед лицом некоторых лексических изъятий, да, но всякий такой чисто юридический, да, или квази-юридический запрет, или лучше сказать риск, он оборачивается намного более серьезной репрессивностью алгоритмов, да, то есть не только вопрос ваших отношений с языком, но это теперь всегда еще вопрос отношений с медиа, что, опять же, я думаю, семинару Натальи было не безразлично. Начиная вот с этого самого простейшего уровня изъятий лексических, да, мы переходим к некоторому гличу орфографии, который, опять же, происходит как на с обеих сторон, скажем, да, как не прочертить этот фронт, с языком что-то происходит даже на уровне букв. С другой стороны, если идти в другую сторону, на самых высших ярусах языка, я имею в виду дискурсивные, да, или некие коммуникативные, интенционные, если хотите, аспекты, они тоже подвергаются очень интересным мутациям, очень интересным модификациям, что мы, опять же, имеем возможность увидеть не только по оговоркам в телеэфирах, но и по
тому, что происходит с поэтической речью и, собственно, ее интонационным уровнем. Вот. Я думаю, что каждый из поэтов, который сегодня будет выступать, в той или иной степени ощущает, третирует, да, как бы вот эту проблематику, ощущает ее и так или иначе пытается ее с ней работать, преодолевать. Я не знаю, какой здесь лучше преодолеть глагол, но, как возможно, нам удастся, подытоживая, увидеть, каждый из поэтических стратегий так или иначе имеет дело, да, взаимодействует вот с одним из этих уровней, может быть, со всеми сразу, но явно поэтический эксперимент в ситуации распада теперь нельзя свести к исключительно лингвистическому бриколажу или некой интонации прямой речи или чему-то еще. Вот. Поэтому я призываю сразу как бы вот расширить этот фильтр восприятия, да, поэтических стратегий в ситуации распада и рассматривать в принципе, сегодняшнее поэтическое творчество как принципиально проблематизирующее материальность, интонацию и, в известном смысле, обреченное теперь на это. Вот, то есть, если язык со времен, там, не знаю, формалистов, поэтический язык, я имею в виду, всегда воспринимался как плохая коммуникация, да, как затрудненное восприятие, то сегодня коммуникация и восприятие затруднены и осложнены чисто законодательно, если все это еще продолжать называть законодательством, и поэзия оказывается не главным, да, или во всяком случае не единственным усложнителем восприятия и затруднителем формы. Вот именно вот в таком растворе я предлагаю перейти к чтениям, которые будет модерировать Алексей. Угу. Да, давайте тогда начнем. И тогда первым выступит Рамиль Ниязов Арылджан. И да, у нас регламент, ну, 5-10 минут, чтобы, я думаю, все успели, с одной стороны, прочитать то, что хотят прочитать, считают нужным сказать в этом, в этой распадающейся ситуации. И, Рамиль, прошу тогда, начинай наше чтение, открывай. Алло, алло, меня слышно? Да, слышно. Да, простите, я не рассчитал время, мне надо выйти из ливанского кафе. Да. Так, ага. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Что значит мир вам, Божья милость, его благословение. Вот, я, пожалуй, могу сказать только очень простую вещь, что дискурсивно, не эмпирически, а именно дискурсивно, в том, что происходит, я вижу не то чтобы много чего нового. Вот. И в качестве примера я прочту два текста. Один 20-го года, а второй совсем недавно. Вот. Первый текст называется... Сейчас я вот так встану. Из дневника Пейна персонажа манги Наруто. Вот, то есть такой восток-востока, так называемый. Мне нужно сделать оговорки, что там есть две эти анимешные топографии. Значит, «Страна огня» — это такой как бы СССР или Америка в мире аниме. И Каноха. Каноха — это столица. Вот это вот так называемого СССР в рамках аниме. Значит, из дневника Пейна персонажа манги Наруто. Первое. Звезды скрыты в дождливую ночь. Юя, но хош. Второе. Если они не чувствуют боль, у меня есть динамит, чтобы заставить. Третье. Мне война. Ненавижу слово симулякр. Ненавижу слово мир. Это симулякр. Симулякр
Это бессознательное первое мира, первого мира. Четвертое. Когда ниндзя страны огня перепутали мой дом с убежищем солдат враждующей страны, они воевали на нашей территории, чтобы уберечь свои семьи от взрывов и красных чистых дождей. Пустые руки родителей, сложенных в молитве, с созданием заклинания, я перепутал их с крысами, что завелись в кладовке. Пятое. Папа говорил, это нормально, что незнакомцы убивают друг друга. Мы за это платим налоги. Мы могли бы встретиться в другой реальности, выпить пиво, обняться и обсудить Джудит Батлер. Разве что я тогда еще не мог читать. Но шестое. Желание мира дает силы убивать. Ненависть рождается, чтобы защищать любовь. Я подарил время любить Канохи, которым они не воспользовались. Сегодня я верну его. Седьмое. Всем моим друзьям гореть в аду, потому что он у нас есть. Так, ну это вот 20-й год, а второй совсем недавний. Стамбульский базар закрывается, и все пытается вернуться назад, потому что ночью, как волосы женщины под паранджой, предки к моей груди, из которой течет баранья кровь, несколько метров степи, ближе, чем днем. Ветер разносит мусор по улочкам. Сверни с тропы, и окажешься там, где старые дивные дивы для всех. Обернись кем угодно, если не вспоминать младотурков, что верили в необманчивость бытия. Ты знаешь, что было потом, и кто к нам позвал Дашнаков. Я слушаю Стамбул, мои глаза закрыты. Я вижу мертвые империи, прохладу вод, из которых состоят их наследники. Можно позвонить родственнику? Я молился там же, где и султан. А вот человек, между голубой мечетью, мечетью Айя Софии, сидит на целлофановом пакете и шепчет, что возмездие не скроется от нас, как азан в Стамбуле. Даже в борделе, где мужчины хотят вспомнить о смерти, но не подходить слишком близко, и должен помнить, что забудешь однажды, как дует ветер. Я слушаю Стамбул, мои глаза закрыты. Я вижу генералов кольцевых станций, мечтавших убить столько же, сколько и остальные. Не надо учить меня нации. Меньшинства умирают за Бога или власть иноземцев. Остальные за что придется? Вторая строфа, ну, вторая часть. У Стамбулу на Босфору Болан Паша лежит. И чайки клюют его печень, когда руки устают кидать куски мяса прямо в клюв. Я слушаю Стамбул, мои глаза закрыты. Бегите, слуги мои, черная турецкая сотня бежит за вами. Но сначала возьмите по женщине из гарема, дайте им все предметы комнаты и отпустите их в те края, где они будут сидеть в пустых комнатах с моими вещами, курить старые сигареты и знать на тамошних молвах два слова. Больше нету. Третье. Я слушаю Стамбул, мои глаза закрыты. В том мире, в котором я влюбился в тебя, все вернулось назад, и черное солнце джихада никогда не касалось наших глаз. И дул теплый ветер, он точно дул. Я был твоим артефактом рая, а ты была где-то между. Словом «нет» и словом «нету». Вот. И еще я хотел сказать, что конечно, моя подборка в транслите репрезентативная, но самое репрезентативное то, что я дискурсивно о всем этом думаю, пытаюсь как-то оформить. Это текст, который выходил в Roar, не помню в каком, в третьем или в четвертом, который называется «Предсмертная агония среднего сына последнего бухарского эмира». Вот. А это, что называется, что в этом не так много дискуссивного нового, если знать, куда смотреть, если смотреть из других позиций. Вот. Спасибо большое за то, что вы меня слушали. Спасибо за внимание. Угу. Да, благодарим Рамиля за его замечательные
тексты. И следующий, наверное, ну, я думаю, что как здесь лучше, ну, наверное, вот Максим тоже, наверное, просто спешит. Вот, как удобнее будет, сначала мы все тексты прочитаем, а потом будут какие-то вопросы у слушателей и слушательниц, то есть участников и участниц семинара, или же вот после каждого чтения у вас будут вопросы, как вам удобнее, коллеги? Мне кажется, проще вопросы сразу же после чтения, но если сейчас ни у кого не созрело ничего, то... После всех? Нет, я бы сказала после одного чтения. Каждого, да? Да. Ну, да. Зависит от вопросов, конечно, но если давайте дадим возможность, если вопросы к конкретному поэту, задавать сразу их. Можно в чате, можно устно, поднимая руку. Да. А мне кажется, можно в чате, так оно самое. Да, вот Рамиль сейчас уходит, поэтому если у вас есть какие-то там вопросы, дополнения, мысли, идеи, то, наверное, лучше сейчас. Ну, можно в чате, можно и в формате диалога, то есть как удобнее. В формате диалога появились у кого-нибудь вопросы или еще нет? Ну, тогда мы продолжим, и продолжит чтение Максим Дрёмов. И Максим, прошу. Я, наверное, не буду делать каких-то длинных преамбул, вот, потому что ничего сугубо нового в прозе, вот, в речи, исходящей от меня, а не от некоторого сконструированного субъекта, с которым я солидарен или не солидарен, я, наверное, не сообщу. Вот, в конце концов, все и без меня всем известно. Вот, я прочту некоторое количество стихотворений, ну, вот, часть из которых опубликованы в выпуске «Транслита. Больше нет слов». Часть не опубликованы там, потому что были написаны позже. Вот, Рамиль прочитал стихотворение, вот, с дневником Пейна. Я тоже прочту свой текст на отчасти близкородственную тему, которая тоже содержит топос из великого Сёнэна тысячелетия, из Наруто. Вот, я, наверное, с него начну. Ода на сдачу экзамена на звание чунина. Ниндзя 96-го, 98-го, 90-го, 02-го. Вас приветствуют огрызки людей на колесчатых досках, певучих костылях. Они со слезами гордости подносят вам обхарканные вражеской кровью жилеты. Береги платье снова, честь... Бармашины овации, медленный отход из-под налобных протекторов, скуден праздничный ужин тех, кому не повезло дожить. Ниндзя 90 какого-то, ноль рандомного, в среднем рвотном лесу, а вось не зазря выломали ноги, и мухи явились нипочем на эмали трощащих костей. Сброшенного своего можно снять куртку, если повезет сандали, выпотрошенного чужого в легких трупы кузнечиков. Сухие, стрекучие, этой пищей вам, ниндзя, в процентах, питаться до кончины века, до седых мудей. А если лани, как монахини, разбегаются от набряг, шикованным железом опушки проплещины, и синие птицы глумливо испражняются все в одном месте, это хорошо, по меньшей мере я знаю, где ваши могилы. Тело ведь не найдет даже самый твоковый сыщик, только снег, только юность, только мутный брод, а Рачимару подчистую влажным слезав языком. Ну, дорогие друзья, расскажите батьке Хокаге, как шли вы на брата, сестру, листву, чужую мошну, беспощадную белизну, со сколькими девственностями вы распрощались. Вижу по вашим честным глазам, зарплатных тут нет. А за своих не волнуйтесь, на их белых пустых животах генины уже расстилают скатерть. Выпей водки с сенсеем, парниша, не менжуйся. Ты победил, все позади, выметали, резали, жгли, голым кулаком пробивали грудину, изводили в ноль чакру, душили все, как полагается нити. Вы чунины, братцы, чунины, вы не вздрогнули, не убоялись. Родина вас не забудет. Вот. Дальше прочту текст, который называется «Милосердие». Милосердие, у тебя что-то с голосом, а говоришь, будто кутовость шторы лимонадных теней стибрена из ночного кафе. Сомнительное оправдание, ведь сиплым ты был и вчера, коротая недолгие минуты бабочек-однодневок на бессонном недострое, привале несбывшихся страйкболистов. И поутру, усмиряя раздрай четырех сортов зловонной сорной травы, куда подевался прежний собак-свинил с человечивающий шепот? То ли шелест клопендры под камнем магическим, то ли треск от засоса пашечной наклейки в дневнике второклассниц. Реки крыл молчаливых, сереющих, наползают на тебя милосердие. Чьи-то горят, русло выламывая, то косые кресты в лицах северных партий.
Ты пишешь себя об обгорелых, бесконечно складываешь свое имя из букв в сводах советских постаментов. Допустим, ты последняя смертная из Гаргон, но если твиттерский персей на крылатых башмаках государственных флагов погрозит тебе по скифской коробке кипятком, ты не дрогнешь, разделишь им кислый хлеб и лягушачью икру. Откуда теперь эта ямоватая тушь милосердия? К чему ты обрядилась в ремнистой обноске, годная лишь на дешевый косплей? Ступай к отягченному июлем южному вокзалу, тебя ждут полные синие дембеля. Ты налечешь их братьями, хоть и не может быть никому братом тот, кто в пепле артиллерийском тому плескался в кофейной ванне. А утешив и эту кентурионский безносовую гопоту, по долгу службы тебе велен раздавать поощрительные грамоты беглецам, дрожащим только за цифры для сочинить курс. И в апогее тернистой дороги ты будешь доставать занозы из пяток тирана. Милосердие, не притворяйся. Не ты ли воскрес на Майнтопфе кипела и под носовым платком пламени придерживал камеру, опухшей от лжи батальонной писаки? Солнце жижи недоваренного супа, ласточки высоко. В великий день, маскированный лаком сдачи, ты уходишь отсюда. Тебе интересней футбол, бои без правил, ты свыкаешься с тихими яхонтами газонов. Ведь я знаю милосердие, а ты знаешь тем паче. Иногда еще чище твоя улыбка щербатая там, где тебя нет. Следующий текст называется «Не в мою смену». Нет ни тебя, плевок грозы близ залитой электричеством проходной, ни тебя, подрезанная травинка, птичий подарок, я хотела бы видеть в одном кармане с наспех списанными шторами. Ни тебя, кошачий восторг, исклявящий вслед унесенным политикой зонтиком, точно не тебя, розовая оспа энергетических напитков, я чипом вживлю себе под распухший от поэзии язык. Орликины, служители культа голубей и нестриженной лужайки, зачем я касалась ваших прахом павов, оскверненных рукавов, звенела вместе со всеми бубенчиками на сапожищах палача? Зачем жила на полигоне под певучим лунным фонтаном и торговала своими зубами в обмен на мячики капитала, один хуй гибнущая под колесами, подсказал аннексированный желудок? Потому что, как играют дети с ночным небосводом, так я отдавала поводок в шутку носителям френча, я нюхала тайны других собак, мочилась на стопке книг, Швермеров шарахалась, изнавая под скамьей. Так что не серчай поздняя сирень, не держите обиды, крова повапленная в уютных утробах чопорных 18-летних кладбищ. Не мне возвращаться за вами после схода огня. Будет змей приканчивать мышь, покажет морду кровь из сотен детских коленок. Ливень вздернется всем на радость над азбукой вкуса. Будет сладость листвы и заря, и туман, но не в мою смену. Следующий текст, насколько я помню, присутствует в моей подборке в транслите. Он называется «Тихая ярость». Если скидывает черный плащ рижский бальзам и голым ныряет в пепел чая, если между карликовых гильотинок звезд вместо пошлой фаянсовой перечницы месяца мы видим мать всех поэтов полной, сгрызающей бортовые поклонницкие свечи обсидиановыми зубами, если, прочитав 17 раз «Ну, жалюганду», Бабуки Детваль Бахфуми, мы видим сон, в котором в пури в страшном белье и свежеванной кожи рифмачей выпускают бадьян в город. Злым смехом сюрикенов он корежит заспанный снег в сетчатых чулках простые и полутени. Если свят только панк-рок, кален только хэви-мет, а от вопроса, кто видел ветер, клоуны разбегаются по кабакам. Что вырастает из битых бутылок, битых морд? Что происходит тогда в спальнях и подсобках книжных? Словно тихая ярость спускается в наши тела, и лопает сосуды в носу, и в школьных дневниках вымарывает удавки учительских подписей самой твердой из терок, словно медленный гнев в наших домах развалился в любимом кресле, и в трубке его к табаку примешана счастливая лихорадка мести. Это в святочный вечер подносит пиалу огня, и убегает от пламемета грифельная пена. Это карандаш руки на себя наложил, не выдержав слова «погранчасть». И когда мы тихие вышли на улицу и на помостиках смога начали их казнить, и проснулся палач палача, и светло засмеялся, растерев по мраморному лицу умывальное молочко просвета, вот тогда-то, размотав бинты в ночь, показал, где грудь его резать, и с подносом прошелся, злые счастливые искры чудес, раздаривая детишка. Да, так. Пишут, что моя речь прерывается, и получается незапланированный распад языка. Я приношу извинения, у меня, да, может барахлить микрофон, вот, и у меня сегодня интернет довольно посредственного качества. Кроме того, да, за моим окном бесконечно носится так называемая стража, так называемого правопорядка, постоянно оглушая все сиренами, это, к сожалению, пробивается из закрытых окон, и поэтому тоже мою речь несколько топит в остальных шумах. Но в любом случае, сейчас прочитаю последний текст и устрою эстафету. А последний текст называется «Мощь и слава». Мы пишем это вам, чьи руки шелушатся от оптокраски, вам, у кого и вино запытанное меняет цвет при повороте бокала,
Пишем коленем и стоя на крупнокалиберном горохе, стерильную землю родных ПГД, напихав в карманы джинс. Так вот страна, по моей мощи и славы, в каких прибаутках кровавых зажигаются теперь ее пределы. Удивительные вещи. Вы делаете мир по секрету проницаемым. Клавиша, бутылочное горлышко, хлыст. О, сколько мощи вы мне показали в подъезде Хабаровской улицы. Сколько славы пульсировало в нас пихваленной грозе над запертой хлебной лавкой. Мы умеем считать. В железном яблоке кровь золотиста. Мы предупреждали. Мы живем в годы доксы, проколотые мелюзги, изрезывающие слезами дымные бочины стихов, сахара по весне замешанного с грязью и жалкого света в истерике уподобляющегося обиженному Амуру, отчисленному с австрийской картины. В день, когда права не отбирают, а откашливают, начиная виселиться сиропа чародейского. Вот ваша мощь и слава. Людей, приковавших себя к деревьям, крошат в бумагу вместе с деревьями. И бумагу эту на экипаже из трех блокадников с портянками в беззубых ртах везут верховный суд. Вот наша мощь и слава. На Тверской, где НЛО припаркованный, в маке Менка с Орлы подавился насмерть. Две девочки луну раздели и водку пьют из пупка. Мы делим звезду на 12-рых, остывшие тупики разломанного сургуча подпирают птицы и, наклепавшись, превращаются в сердца дрона и ныряют беззвучно в керосин. И я дышу в провал за петлю без друзей с трупным ядом, налегшим на банкноты. Но всадники с древка, продающие молнии, расплетают сон и снимают меня со стула. И нет, группа пик, ты не достроишь ничего. Анка бьет крылышкой под языком, третий удар вызревает. Как винная сада, как последняя капля с члена. И небо свернется не свитком, а джойнтом, и смерть смехом заестся. Попробуйте с мощью и славой сделать хоть что-то на лоточнике. Когда мы будем вас убивать, никто не спросит за что. Вот. Спасибо, коллеги. Если вдруг у кого-нибудь возникли какие-то вопросы, то я могу ответить. Тоже через какое-то время побегу. Ну. Это не вопрос, это аплодисменты. Да, я тоже сначала подумал, что это вопрос. Вот. Да, тогда спасибо Максиму. Да, Паша скинул ссылку на тексты. И мы, если ни у кого из коллег не возникло вопросов, продолжаем. Далее тогда Егор Зернов. Да, спасибо. Я прочитаю два текста, которых нет в подборке Translate, но я их скинул для удобства в чат. Если у меня сейчас это получится сделать, почему-то не хочет ничего делать. Ну ладно, не скину. Первый текст написан после 21 сентября, после объявления так называемой частичной мобилизации. Еще раз, боевой опыт отсутствует. Два, очная форма обучения в высшем учебном заведении. Три, освобождение от службы по состоянию здоровья. Четыре, обновить студенческий билет. Пять, хуй знает, он смотрит на свою форму на стене, на столе пакеты, если ты понял, как последний день, родовая инерция, блядь. Шесть, кто сейчас где кого ждет? Дождь. Москва-Сити в тумане, оранжевое свечение у кончиков башен, проекция идет кольцом, а тут, не отводя взгляда, ты. Еще раз, боевой опыт отсутствует. Два, очная форма обучения в высшем учебном заведении. Три, освобождение от службы по состоянию здоровья. Четыре, флюорография для общаги, разблокировать пропуск. Пять, частично только данные на самом деле. Шесть, ну а что, кого ты видел? Как зачесалось слово «ангелоглавое» на языке. 7. Береги себя. Держись, брат. Давай удачи. Смотри аккуратнее. С чего начать? Все трещит и качается. Выеби себя в рот, пока, сворачивая не на Гоголевский, но Висковский, говоришь, я к смерти готов. Ахматова Анна, сочинение в двух томах. Том 2, Москва, 1990 год, страница 211. Еще раз, боевой опыт отсутствует. Два, очная форма обучения в высшем учебном заведении. Три, освобождение от службы по состоянию здоровья. Четыре, ну что, как ты? Следующий текст из цикла «Файла смерти» называется «Мандела эффект».
источник «Федеральные каналы», эфирное время с 20:00 по 6:24 утра. А вы тоже помните ролик, который пускали по федеральным каналам в 2022 году? На экране появляется немолодой мужчина, в дальнейшем именуемый Первый, без губ и бровей. Надбровные дуги напряжены, синий галстук в горошек, красный галстук, а также в полоску галстук. На его столе 3 телефона, 1 ватт, другие 2, ну понятно, так далее. 9 кругов бюрократических коридоров. За мужчиной странный флаг с фигурой древнего политзаключенного. На ткани он изображен как всадник, поражающий змея копьем. Звучат слова «погиб», «вера», «воин», «воля рядовых граждан». Выйдя из-за трибуны, мужчина встал в зазоре своей головы. Первый говорит: «Ну да, все мы знаем, что говорил Шпеер. Ценность руин, руиненверт. Нужно учитывать стихию и разрушение. Мы же учтем, какой пиксель окажется битым, какой фрагмент речи будет вырван или засэмплирован, что станет мемом, а что останется проигнорированным. Что напишут поэты? Может, они захотят сделать гротескный текст или компиляцию? В общем, найдут способ проблематизировать «вставьте слово» посредством обнажения разрывов. Захотят взломать машины идеологии, присвоят мне слова, которых я не говорил, хотя того, что я сказал, уже достаточно. Может быть, сейчас с красных тканей выскочит змей». Змей говорит: «Я выскочил с красных тканей». В беспомощный текст, который пишет сам себя. В наше время стало модно давать христианские имена, которые пришли из Византии своим детям, когда Русь путем обмана и насилия заставили принять христианство. Было обязательно крестить новорожденных и давать им имена только из списка святых. Так хотели истребить язычество со всеми его остатками. Своим потомкам стали давать древнеегипетские, древнееврейские имена. Обязательно нужно было называть своих детей, продолжателей своего рода, только славянскими именами. Так мы сохраним языческую культуру и свои славянские корни. Обывателям будем напоминать их древнерусские традиции». Как вы уже поняли, змей выполз в большой зал, откуда и велась трансляция, сообщая изображение на экраны. Если вы будете искать это видео, вы ничего не найдете. В большом зале сидели люди в костюмах, именуемые в дальнейшем причастные. Когда появился змей, они стали сидеть неудобно. Ну и в душе у них настала сумятица. В думе крепкой они оказались. Как решить змея? Куда его деть? Причастные отличались красотой лица, мужеством и крепостью тела. Крепостью оно и было, ихнее тело, не выбраться из бетона плоти, а тут еще гнет гегемонии. Правильно описывали мучителей в сказках о страданиях. Там они говорили, что ничего нет честнее и благоподребнее почитания древних отеческих богов. Страшная сила. Как же нам погубить нечестивого среди плюрализма мнений? Причастные ощущали себя нелиберально. Тогда они снова дали змею слово молвить. Змей говорит: «Доброе утро, Рус. Магический гриб способен вылечить любую болезнь или недуг. Главное – уметь делать правильное снадобье и правильно подготавливать. Замечательно, что есть знания и опыт». Тогда причастные иначе обратили на него свои очи. Он говорил очень складные вещи. Они терли руки для зреющих аплодисментов. Змей говорит: «Сила славян в единстве. Запомните, когда славяне друг за друга, они сильные и непобедимые. Когда славяне разрознены врагом, они слабые, не способные себя защитить. И их можно победить, обманывая всякими разными уловками». Причастные стали сидеть на стульях очень удобно. Кто-то закинул ноги на стул сидящего спереди, а кто-то закурил жирную, сочнейшую сигару, символ власти, в том числе над крепостью своего тела. Все оказались в мощном возбуждении. В работе о Жорже Батае любимый философ Первого Ник Ланд писал: «Мы выпиваем вкусы черного солнца, и они порождают в нас разрушительную страсть, подчиняют все чувства влечению к саморастрате». Это то, что случилось с причастными. Но тогда змей снова держал слово. Змей говорит: «Включили вышки на днях, снижают иммунитет. Будьте осторожны». От этих слов змея заволновалось все сонмище. Все заговорили. Один одно, другой другое. И поднялся нестройный крик и вопль, как это бывает в многочисленной толпе народа. Тут змея и порешили. Трансляция была закрыто. Казалось, в последний ее момент все причастные замерли и разом совокупили свои глаза с камерой. Первый стал говорить, что солнце превратится во тьму и луна в кровь в ближайшие сроки. Нужно всего лишь подготовить пауэрбэнки и достаточное количество воды. Слепота глаз, обращенных причастными, в камеру обрела плоть. Кровавый нарост луны как результат. Звук перестал совпадать с видеодорожкой. Это, конечно, выглядело крайне аттрактивно. Если вы будете искать это видео, вы ничего не найдете.
цитируете. Тогда в соцсетях начали распространяться фотографии Луны кроваво-красного цвета над правительственными зданиями. Телеграм-канал «Звезда Ньюс» сообщал, сегодня ночью москвичи могли увидеть Луну в зловещем красном цвете. Пользователи соцсетей уже назвали это явление недобрым знаком и предвестником начала конца времен из книги Иаиля. Однако, по мнению синоптика Татьяны Поздняковой, такие изменения произошли из-за повышения влажности в центральной части России с приближением теплого атмосферного фронта. Я мог это все придумать, но мои знакомые вспоминали нечто подобное, жалуясь на головную боль. Спасибо. У кого-нибудь из коллег появились вопросы? Ну, тогда мы продолжаем. Вопрос с суждения, комментарии мы ждем в общем чате. И тогда продолжит Денис Ларионов. Большое спасибо, коллеги, за приглашение и за возможность выступить. Я долго думал, что же читать сегодня, то ли то, что вошло в подборку транслита, но то ли какие-то тексты за пределами этой подборки, написанные как бы вокруг, то ли что-то поставить себя в некую такую неудобную позицию и прочитать как бы еще не совсем до конца законченный, может быть, текст, но который, я полагаю, имеет некоторое непосредственное отношение к тематически, возможно, даже идеологически и проблемно уж точно к тому контексту, который сегодня обсуждается, именно на нашем мероприятии. И это я попросил включить демонстрацию экрана коллег, потому что я, собственно, до конца сам и не понимаю, как читать этот текст, потому что он как бы я ничего такого до этого не писал, и поэтому, чтобы не ставить никого в неловкое положение, я просто буду как бы скроллить и показывать, как устроен этот текст, потому что я до конца не понимаю, как передать его устройство при помощи голоса. Вот. Собственно, это как бы то, что можем в старину называлось поэмой, то есть это может быть такой крупный текст, который называется «Социальный роман», то есть начато до войны. И в нем 13 глав, вот таких как бы, да, фрагментов небольших, в котором 13 строк, и в каждом из них 13 знаков. Это как бы такая пародия немножко на комбинаторику, но понятно, что здесь для меня важно и некое взаимодействие, какая-то попытка откликнуться на, с одной стороны, вот если вспомнить высказывание Беккета, что нечего выражать и нечем выражать, да, как бы остается ситуация, когда нечем выражать, но выражать как бы всего очень много. И как бы в некотором роде поэтическая речь, какая бы ни была она пузыристая, ершистая и проработанная, она просто в некотором смысле пасует перед этим. И эта проблема, которая меня интересовало долгое время. Я не знал, как к этому подобраться, потому что есть инерция как бы языка выработанного, да, как бы взгляда определенного поэтического и так далее. И все-таки вот я решил, действительно, этот текст начал до войны, в нем скрыто определенное, ну, то есть некое как вот такой скрытый сюжет, как писал Павел Улитин о своей прозе. Вот, он как бы такой криминальный сюжет это зашит. То есть, возможно, его, я не знаю, как бы объяснять его, наверное, не имеет смысла, но я попробую как бы прочитать. И да, важно, что это как бы здесь каждый раз это ограниченное количество выразительных средств, да, вообще слов, букв. С чего бы начать? Может быть, не случившейся встречи, лихая беда, невидимая преграда, каменная воздушная раковина, в которой густеет вчерашний снег. Ты здесь, красивое имя, впервые в парниковой лагуне. Зачем? Приехал позавчера, не хотелось бы возвращаться обратно, в родной жилой комплекс, в агрессивную экосистему, в ландшафтный проеб, стать частью равнины, здесь даже свет по-другому направлен, не говоря о воздухе.
Поехал в марте, месяце смерти, как было написано, не тобой, нас давлено не тобой, жестяной банки Red Energy, только сегодня зарегистрировался в приложении «Остановись мгновение», мне нужно быстро ответить. «Остановись мгновение», сжатое в оптоволоконную гранулему, мне нужно ответить на сообщение, затем удалить посторонние звуки и растворенные в твоем кофе и карамели, застоявшие между зубами, пройди языком. Приехал месяц назад, теперь уже в никуда, можешь вернуться обратно. Облако в Пола Томми Хилфигер, совершенно обдолбанный, только не выскользни. И пока изливается этот международный звонок, тебя больше нет. Проходит еще один плотный отрезок темпоральный карбункул, едок дофамина. Отец исчез почти сразу после твоего первого слова, чтобы не портить себе настроение. Крыса не доживает до 2 лет, но тебе повезло. Приехал полгода назад, минус 137 тысяч рублей на кредитной карте с обязательным ежемесячным платежом. Красен выступ шероховатой стены, который сказал тебе или ответил тебе, отправляйся до... Договорились встретиться напротив прозрачного купола. Проходит еще 1 неделя, пока он берет все глубже и глубже и глубже. О, благословенный тенофавир. А потом ты, конечно, ставший ничем, вмиг засыпаешь. Этим мы, прошептал он, портим себе настроение. Похожий на чувака с OnlyFans предложил затаиться в странных объятиях, прикоснувшись тыльными сторонами ладони, но засыпаешь ты все равно, в одиночку дождит. В понедельник проливной дождь насквозь оцепил городскую экосистему, в которую ты уже вложил не менее 3 миллионов вдохов и выдохов оптом, пока не оказался на пустыре паники, даже на пустыре паники дом один. Приходишь заранее, чтобы потом зафиксировать опоздание. 13 минут сухая удавка была бесконечной. Приехал 7 месяцев, что-то проткнуло насквозь. Вместо крика вода, убегающая влево, уже не... Все теперь вокруг пустая паники, вернее, пустая паники, откуда и уезжаешь по жизненной раны неровных краев. Пойми, что мой свет опрокинут в холодную воду, а сердце мое решение может быть только одно. Ох, находишь его не без труда, nevermind, едкий туман сбивает, говорит стоп, затем валится с ног, прыжок оставляет его без лица, а второй делает его без головы, ты бежишь, остаешься под этим мостом, здесь твое место. Спасибо. Ага. Итак, чтение продолжит Анна Родионова. Да, здравствуйте, всем привет. Я очень благодарна за приглашение. И, наверное, сначала расскажу о том, что именно я делала для этого выпуска «Транслит». Я с другими участниками и участницами моего курса, прошлогоднего курса в лаборатории «Транслит», делала коллективную работу, что-то вроде такого коллективного интерактивного коллажа. И я пришлю сейчас в чат ссылки на то, как это выглядело, и на описание этой работы. Конечно, она задумывалась как изучение тех концептов, которые аффектируют современное поэтическое письмо, но в процессе работы в связи с 24 февраля и тем, что происходило далее, конечно, стало понятно, что концепты теперь заряжены совершенно иначе, и с одной стороны, какие-то из них оказались под запретом, с другой стороны, явно у текста появилось какое-то дополнительное значение, какое-то дополнительное неудобство, которое он может вызывать, даже не только сам текст, но и намеки на него. Здесь сразу вспоминаются одиозные случаи, когда людей арестовывали за пустой листочек, который они держали вот так, или за какое-то количество звездочек, которые тоже были призваны закрыть что-то очень хорошо узнаваемое. Вот, и я думаю, что вы можете сами ознакомиться и с проектом, и с его описанием, и поблуждать по той карте, которая в итоге получилась у нас с участниками и участницами. Здесь, наверное, самое важное, что об этой карте стоит сказать, это то, что она еще и как-то пытается работать с понятием авторства. То есть понятно, что есть какая-то кураторская фигура в виде меня, но
то, как эта карта выглядит, это скорее результат такого коллективного размывания авторства, и это мне тоже в сложившейся ситуации кажется принципиально важным. А сейчас, наверное, чтобы не слишком выбиваться из формата чтений, я прочитаю свои тексты, которые не были опубликованы в транслите, но которые для меня тоже и сюжетно, и, наверное, тематически связаны с сегодняшней темой и с понятием распада. Я тоже покажу экран, если так можно. Надеюсь, вам что-то видно сейчас. От слабости, беспокойства чего-то еще. Места, ставшие самой дешевой водой из-под холода. Материк. Как проход по любой стороне труда, пока что-то делает это довольным, схожим по изобилию скоростей и шансы их двигать, как постоянный эффект, просто их шансы по шепоту. Суперспособность уже не отделять продукт, где сувениры зимуют в деле, в этой детали, смешивать совесть из-под режимных проектов нежного, не вся тяжесть над тремором, их транспорт и пассеизм. Небыстрые идеологии, комнатные цветы. Не целые искры, не только их красота, сникшее нефтяное плато, как план на отсеянном, когда их природа грубит. Сгибается маркировка на тронутых лиц, касавшаяся от цели, как атмосфера только и может красть. На люфт, отманивший цель с краю, на цепь игры. Пульс не всего, как соль в прибрежных растениях. Растровые броски без основ, что уходит от информации вне ареста, вне фасеток ареста. Если можно было застать эти 5-8 лиц втепленных, на улице, из окна, во всю ширину, но без свидетелей, без музея, не растворяя слот. Это редкий момент. Не грозовое небо. Не подменяя ценность, цепляет цикл, и это легко понять. Что-то идет в каждый непойманный круг, в найм, впервые так слышимо. Скажи им, как пропадом, как психика хищная, не говоря, как можно еще. На штаммы, витки погрешностей, оглушать воду этой второй водой, выслушать, кто бы мог выбыть с той стороны, не участвуя в праве. Я бы сказала плазмой, и спала, как слишком простой вариант, вылитый к первым пробелам, чувствующим без жабр. К фильтрам, к рамам, у которых дрожит лицо от веток способностей, где несколько раз начинается заново передача редкости, но так кажется. Только сброс в реку, теперь вряд ли похожую на себя. Это уже не важно. Дождь плавит воду, она скользит. Жесть. Жалость им по стеклу. Люди и мерзлота, тонны и деньги, которым мне больше нечего сообщить, когда ты считаешь. Тонко и то, чем его можно омыть, волна, пока ты считаешь так. Теперь это точно может произойти. Врасплох, в любом виде, битые банки с этой второй водой, причалы и то, как все размывает свой тег, ракурс, кошмар. Устав стать, никогда не внахлёст нежности, но только теперь, наоборот, пересекая все реже, сводя редкость впервые со всех лиц. Для них нет даже части ужаса. Люди на гребне. Диапазон. Археи отталкиваются в материк с корнем, и дно впущено в тот ТЦ, захлёстывая обмётанные рубли, реликты, часы насквозь, маскировку. Пуская пока еще нужно тронутым существом, пластиком из коррекции свернуть. Переставать платить скорости больше, чем счету, больше, чем паузам, исправляющим цель, больше, чем корреляции. От движения остается его информация, выползок. Это пустая спинка, сцепленная с постоянной работой, линик и мер, частью мер. И еще два небольших текста из новой подборки, которая пока еще не публиковалась. Псы едят пыль.
Так кажется, пока я в тени, вижу пар и бесслезный газ. Гранулы, пот и солнце. Сначала ты жемчуг внутри зрачка, после страна ниже. Выборы на прогулке этих зубов. Выгул буквален, цена буквально. Час, я повод на перекрестке. Скинь каплю в резец ветни. Снись. Ее содержание в том возрасте, о котором нечего говорить, в форме лендинга, в облаке. От грозы, в конце концов, остается мечта. От мечты течь, ангина. В тот год, когда все заболели, и вторая вода стала сладкой, оставленной под дождем. Осы в инжире, сигналы оружия, от которого только страшно, как только терн. Как повтор без терпения, бесшумно связавший лезвие. Молния лезвия и то, что сразу держит в грозе. Угольные, любые ряды. Их расстояние в том времени, о котором нечего говорить. В форме фразы. Спасибо. Угу. И если у коллег нет вопросов, то тогда далее... Ксения, пройди свет. Здравствуйте. Я-то сейчас, ну, я поздоровалась. Ну да, я, наверное, представлюсь. Меня зовут Ксения, пройди свет. Я учусь в литературном институте и являюсь одним из самых главных редакторов журнала «Флажки». У меня... Я сейчас отключусь, буду показывать экран. Моя работа, она находится на грани визуального и поэтического. Это некоторое такое полотно, называется оно «Давным-давно Эл», и оно представлено в бумажном виде транслита определенным образом, но на самом деле оно имеет вот такой вид, доступный по QR-коду. И, ну, называется это «Давным-давно Эл». Это такой документ на черном фоне, сочетающий в себе, вот, например, такую графическую работу мою, которую я создала вот после начала всего, как часть моей истерики. И далее некоторые такие документальные части, тексты, например, вот такое письмо на двух языках в один грузинский вуз. И другие документы, которые появлялись у меня в то время в блокноте, какие-то заметки, какие-то учебные дела. И среди всего этого появлялись стихи, и так получилось, что я решила, что отрывать одно от другого было бы, ну, совершенно нечестно, что действительно какое-то действительное отражение моей жизни исключается вот в этом соединении всего, что да, происходило в некоторое вот такой большой... визуальный и поэтический, и документальный нарратив. И я буду вот так его листать, я буду читать стихи отсюда, но буду вот показывать, как все выглядит. Вот. Ну, часть стихов я пропущу. Прочитаю вот это сначала. «Жгут скакалки моей, жгут скакалки твоей, умывает лицо. Разорви мою руку. Пусть слоится кабель души твоей. Пусть отцветет пластмасса души твоей. Под солнцем моим жутким. Ах, споем, между звезд чернота моя изгнивает. Все приятно, что липко. Сыплюсь я из-за тебя. Из-за тебя дышу пылью. Лежу черным лекарством на подоконнике. Устал от меня, устал от меня. Волосы темные, жесткие. Сыплюсь за тебя муравьями. Маюсь, маятник я. Оставь, оставь, уходи. В старых глазах срезом засохшего мандарина. В коричневых глазах косточки все потускнели. Стоят в глазах сомовские акварели. Что-то более аккуратное, чем лучик сосущий тельца сухой мушки. Из окна вид все время, как будто гербарий. Не скажу тебе, что обниму тебя всем сердцем. Выцветшие дымки все томно, а вообще скучно. Среди старых салфеток чувствую себя всемогущей. Белой пыли с подоконника обработаю свои ранки. Вот такие тоже были условные такие
объекты некоторых расчетов. У меня не получилось занять никакой полки, ни кровати, нет комнаты дома, в котором «Пройди свет» не переводится как с украинского «проходимец». Может, когда-нибудь я зацеплюсь корешком за песочек, буду пузырьком в чашке чая качаться. Твой товарищ я, твой желудочек сердца, буду твой стул сместитель. Стих, в который вошла болезнь. Равнодушие бахчи моей матери укоренилось. Несколько карликовых дынь лежат в предрассветной канаве с ангиной. На носовых платках смотрят картинки и фотографии мамы. Так прошли первые наши 4 розовых года. Крупные косточки внутренних органов не по размеру. Колет пейзаж проходящих по пыльной дороге. Под носовыми платками неба, уже другими, прямо в пейзаже, каждого глаза рождаюсь в форме короны. Вот некоторые учебные планы, некоторые тексты на английском. Черточка на потолке не дает мне спать. Ты лох, говорит, отойди от моей колыбели. Говорит, ты лох, страшное знание о мире стоит у моей кроватки вместе со всеми тополями. Их собственный пейзаж, единственное, что живет, пейзажем, который видно из моей кроватки. Мусор от свечки, экран. Во все стороны черный, тяжелый, не льдистый. Смолы в нем, дикие камни, черный блеск в нем, взрыв. В нем спокойствием камня такой, что не поймешь, что скрывает лед, двойник, экран, пейзаж, эрозаж. И, наверное, я прочитаю последнее стихотворение, которое является, ну, самым главным, закрывающим, но все еще вот центральным. И я тоже хочу написать стих о капитане Америка. Запах горящих ладанок, деревяшек ладанок. 1700 рублей из Улькиоры, Ультеры, которой и нет уже, нет места для тревоги. Война журналистская, хуёвые избранки, я не выйду из этого дома, я заблудилась в бесконечной потере моих предков. Дедушка потерялся и все свое потерял, бабушка потерялась и все свое и дедушкина потеряла. Мои родители пытались, я их придаток, качаюсь, как подвеска в машине, и запах горящих травы как будто. Вода негазированная, конусообразная, бутылка. Мой разрушенный желудок, как разобранный балкон, когда совершаются непоправимые вещи, необходимость автоцитирования и рассказать доклад по Ницше. Вода каждый день на старом советском столе. Мне так нравится. Это глубоко багровое дерево. И это глубоко свободное, чистое. Посмотрю еще одну серию. Первое поколение шиноби, без войны, детей, у которых было детство и множество родителей погибших. Воспоминания о них, девы-девы, львы и девы, раки-близнецы, мои матери и мои отцы. Плачу весь день и кушаю йогурт. Думаю, что если потеряется холодильник, музыка конца света играет, играет, может, и не будет музыки скоро. Хочу переслушать. Мое сердце, моя юность. Я так люблю все это, то, что люблю. Я способна на самую большую любовь. Скоро не будет, неужели не будет? Я уже скучаю. Эра свободного интернета. В моем сердце заря ее и закаты, и оборочки ее увядает. Я ребенок, я потребитель культуры, фанатская дочь я. Так много знаю моих игрушек, берегу их как свои, общие, они всегда общие мои и не только. Спасибо Японии за детство, спасибо Европа за детство, не Россия, не Россия, русский язык забываю. Я выросла бесноватой, как первый день войны, нахуй и пожалуйста, безалкогольное пиво миру, не дети войны, мне плохо весь день, давай встретимся, мы крадем рыбу, я не ем рыбу, мы разъезжаемся, купить оригинальные сертификаты, ELTC, TOEFL, ESL, Autodesk, без экзаменов, купить. И ELTC, TOEFL, ESL, оригинальные сертификаты в Катаре, Дубае и Саудовской Аравии. Купить ELTC, TOEFL, ESL, Autodesk. Сертификаты в ОАЭ и Саудовской Аравии. Autodol, TOEFL, TOEFL, Дубай и Абу-Даби. Купить сертификат ELTC, TOEFL, ESL, Autodesk без экзамена в Бахрейте, Бахрейне, Кувейте. Первая задокументированная война. Я смотрю, а ты? Я люблю Россию, а ты? Я учил японский, а ты? Страна – это ты, сказала мне Светлана Викторовна Макаш в деканате. Она издевалась накануне, прямо за день до, и этого не вернув. Ну, вот, как-то так. Все.
все. Угу. Да. Вот, и наше чтение уже практически приближается к концу. Сейчас давайте тогда... Ну, я думаю, что, в принципе, это не то, чтобы тайна. Паш, я, наверное, кину в общий чат. Да-да, конечно, и мы же распространяем эту ссылку в журнале. Угу. Вот, как раз-таки, да, вот ссылочка. То есть на нее там... и ведет тот QR-код, о котором Ксения говорила. Угу. Вот, можно остановить уже демонстрацию экрана, наверное, Ксюша. Угу. И тогда завершит наше чтение Павел Арсеньев, прочитав свою подборку и Александра Мануйлова, и все, да? Или ты еще? Сухотин не появился, да, у нас? Нет, Михаил не появился. Да, значит, во-первых, я выполняю просьбу Саши Мануйлова, который сейчас находится как раз в ходе перемещения через границу, видимо, Российской Федерации, так называемой, и поэтому не может участвовать в чтениях. Он прислал новый текст, не тот, который был опубликован в журнале. В журнале был опубликован нечто вроде пьески, такой антивоенный смех, по-моему, называлось, да? Вот, а это новый текст Александра Мануйлова, коротенький, без названия. Защеканцы не читали Гегеля, читали Шмидта, Дебинуа, Ортегу и Гассета и бредили Денисом Чернухиным, квази-нуар. Защеканцы снова не читали Гегеля. С Батяней Комбатом сочиняли элегию, пенетрировали мир под Есаула, тверкая, концепты власти языком коверкали. Обратились к Александру Гелевичу Хайдеггеру. Не по опыту мудрые, не по годам зрелые. Пока ленивые пацифисты язвили и посторонично шутили, на прокуренных кухнях мемы плодили. Свободу они и не лапали, а лишь слегка касались, как смерти Гегеля боялись. А мы все так же «хуй войне» кричим, но есть проблема, хуй проник извне, теперь он в тебе, теперь он во мне. Также Александр просит добавить, что это продолжение, литературное продолжение той серии граффити, которые он делал в апреле, июне в Семенцах, о которых он, по-моему, рассказывал. Помните, когда у нас было мероприятие на Новой Голландии? Там был вот такой интермедиальный момент, показывал видео. Я так понимаю, одновременно продолжает исследование распада в разных медиа. Вот, и, к сожалению, так получилось в заключение, ну и несколько это за пределами номера, в номере, разумеется, не публиковались мои тексты, вот, но я решил присоединиться к сегодняшним чтениям с тремя короткими текстами из цикла «Слова моих друзей», точнее, раньше, до войны, скажем, если угодно, цикл назывался «Слова моих друзей», дальше «Имена ушли», вот, но некие узнаваемые дискурсивные формации, которые легко атрибутировать более или менее документальным источникам, остались, и первый из них называется «Слова русских путешественников с детьми», написаны, что теперь, видимо, также важно указывать, как и академическую аффилиацию, в феврале этого года, в начале февраля. «Куда ты лезешь? Можешь сидеть спокойно. Больше вообще ничего не получишь. Все, завтра меняем билеты. Летим в Москву. Раз вы не можете себя вести нормально.
Сомневаются взрослые, что сами имеют право на отдых и право на труд. Идите вы в жопу. Круассан стоит, как булка через дорогу. Тройная порция диктантов ждет тебя дома. Будешь писать про родину, про Русь и прочую ерунду. Второй текст написан как бы от лица эмигрантов. Вот Ксения уже начала эмигрантскую тему. Вот, правда, на юг, я так понимаю. Но, как вы понимаете, она сейчас разворачивает самые разные направления, и вместе с этими миграциями, наряду с деформациями языка, да, которые происходят внутри страны, все поехавшие или отъехавшие, как когда-то это еще предложил называть Кирилл Медведев, тоже переживают какие-то интересные, примечательные, скажем, трансформации, деформации языка, что этот вот цикл пытается фиксировать. Слова иммигрантов далеко не первой волны, из двух частей состоит, и с произвольным эпиграфом из Драгомощенко. Секунду. Прошу прощения. Они приезжают и говорят, и все-таки тебе нужен большой другой. Может быть, даже большая другая. Черная женщина, мать, учитель. Поэтому ты уехал так далеко, рассчитывая занять стратегическую позицию по отношению к родному языку. No reproach, but you need, well, you should, well, you must. Раньше я была просто немой женой российского интеллектуала. А теперь я тоже жена российского интеллектуала, но теперь я сама российская интеллектуалка. Кстати, во сколько завтра нужно явиться в префектуру со всеми документами? Когда я была наивнее и моложе, мне тоже казалось, что Делёз нам поможет разработать материалистическую теорию мечты. Когда вы достаточно инвестируете в воображаемую конструкцию, она начинает сбываться. Марсель – это как Самара, просто нужно поменять слоги местами. Prose is a privilege. To write it, you need a rented flat. В тот вечер Маша махнула крылом и стала метафеминисткой. Вторая часть. Они приезжают и говорят: ты не можешь жить одними мечтами. Они приезжают и говорят, а лучше даже будет, если мы просто тебя кастрируем по решению всего коллектива. Они приезжают и говорят, лицом в пол, суки, лежать, не с места, иначе пристрелю. Они говорят, токсичная феминность из великой страны, экспорт чувства вины, прямые поставки из средней полосы. Мы не можем бросить этих детей, которые ни в чем не виноваты, и 40 других легких способов управлять людьми. Проверено лучшими репетиторами по свободным искусствам из тоталитарной страны. Кажется, в их речах больше Путина, чем Лакана. Не если, а когда, уточняют украинские товарищи. А там мы еще посмотрим, такой ли уж большой этот другой, которого не пытаются переправить контрабандой из РФ. А как это у вас нет гендерных проблем? Тогда мы идем к вам. Кстати, не поможете заполнить заявление на визу? Поставьте крестики на этом и вот этом своей жизни. Здесь можно наоборот, в свободной форме. Я все. Теперь, видимо, дискуссия, вопросы или какие-то точечные комментарии, как захотите.
Я думаю, что вечер был насыщен. Стоит, наверное, ждать комментариев от коллег несколько позже. Вот Павел, по-моему, включил микрофон. Да, я просто хотел сказать спасибо большое всем авторам, всем, кто сегодня читал. И очень часто то, что вот я слышал, это очень созвучно со мной как-то. И вот отразилось в моем сердце. Спасибо большое. Я тоже могу только присоединиться к благодарностям Павла и поблагодарить еще раз Наталью за то, что она нас пригласила. Спасибо огромное. Наташа, может быть... Спасибо ты уточнишь, за комментарии. У вас еще будет одно занятие, по-моему. Да, у нас еще одно занятие, как раз вот у тебя в тексте вот этот самый экспорт чувства вины, у нас следующее занятие как раз о чувстве вины, и связанное именно с транслитовскими текстами, как раз-таки. Ну, действительно, получается, что, может быть, мы в семинаре обращали внимание на другой тип распада языка, более буквенный, но, тем не менее, темы, о которых мы говорили, тема вынужденного переезда и миграции и того, как оказаться вот в этих множественных языках, темы, связанные с человеком внутри большой какой-то такой военной машины, тоже этого очень много прозвучало. У нас была еще такая важная тема изысканного трупа и неизысканного трупа, и вообще отмирания, умерщвления и прочих таких радикальных форм распада. Но, наверное, к таким формам, может быть, можно, с одной стороны, отнести, вот какие у Дениса были такие расщепления. Может быть, можно коллаж вот этот, который сделала Анна Родионова с участниками лаборатории, тоже можно соединить с вот этим расщеплением, о котором мы говорили. Кажется, что действительно связь, которую, вот эта параллель, которую мы с Павлом пытались провести, она не выдуманная, она существующая. И что еще хотелось бы сказать? Я думаю, что, кажется, дискуссия, наверное, в стыках поэтических текстов, то есть я думаю, что вот не слышно у нас реплик участников семинара, то есть, видимо, наверное, молчание — это логичная реплика по отношению к формулировкам, связанным с войной, перемещением, невозможностью выразить что-нибудь. Ну, тогда в порядке такого мета-комментария я, наверное, должен еще раз поблагодарить тоже всех участников и сказать, что если кто-то из участников семинара, в свою очередь, заинтересуется дискуссией вокруг тех или иных текстов, то, наверное, любого из сегодняшних авторов, вот современных авторов в этой ситуации языкового дефицита, можно будет пригласить на завтрашний семинар. Завтра у вас, да, ведь по четвергам? Просто напишите Наталье, а Наташа передаст нам, если вы хотите кем-то подробнее сегодня... Ну да, кстати, хорошая мысль. Ну да, идея же была такая, что вот мы заканчиваем эту как бы распад. А мы Рамиля уже пригласили. Ну, с Рамилем раз, тоже, да. Если что, есть связь. Ну, в общем, в любом случае, хочу призвать в ситуации распада языка к интеграции, собственно, каких-то студий наших параллельных, вот за исключением Ани, которая чуть-чуть рассказала, наряду с Аней, которая рассказала о своем семинаре, исследовавшем вот разные формы текста, после всего и еще до всего он назывался. Но вот Денис Ларионов, ну тоже я там сбросил ссылку, читает сейчас у нас в лаборатории курс именно про русскоязычную поэзию в матрице войны. Да? То есть это не совсем нельзя как бы свести к какой-то поспешной тематизации, да. Вот в предыдущем семестре Алексей Масалов говорил о антимилитаристской поэзии, чуть другой акцент.
и коллективной травме. В этом Денис исследует, что происходило последние 40, да, по-моему, Денис, выходит лет по названию курса в русскоязычной поэзии, в связи с войной и вопреки ей, может быть, или на поводу у нее, ну, в общем, в матрице войны, как это, опять же, по одной из поэтических цитат названо. Вот, ну и, может быть, в следующем семестре мы подробнее поговорим вот об этом самом распаде языковом с Натальей или в каких-то еще формах будем стараться исследовать до последнего распад, несмотря на то, что он, конечно, затрагивает не только поэтов, но и исследователей, знаете, как в этом знаменитом концептуалистском стихотворении, где изъятие одной буквы приводит постепенно к нечитаемым последним строчкам. Приговская, что ли, да, это было? Или даже несколько человек, по-моему, потоптались на этом приеме. Вот, ну, в общем, вот будем вот в таком же режиме продолжать до последнего, несмотря на этот распад, исследовать распад. Вот, спасибо еще раз за внимание, спасибо, Леша, за организацию и модерацию. Да, я бы еще одно предложение озвучил. Я думаю, вот у меня возникло сейчас по ходу дела, вот, ну и заодно к вашему. Дело в том, что мы как раз-таки открыли критическую рубрику на сайте Транслита для поддержки начинающих, но не только, критиков и критикесы, поэтому если у вас возникнет желание в письменном виде высказаться о текстах, которые вы услышали, или же в каком-то, может быть, коллективном формате, например, или же написать какую-то исследовательскую работу, то я думаю, что вот мы с Павлом будем рады вашей работе. Да, рубрики. И совсем вдогонку последнее, как мы и договаривались, участникам семинара Натальи полагается, если есть возможность, физическая возможность, находясь в Петербурге или в Москве, вот, и желание получить выпуск нашего журнала бесплатно, нужно написать об этом, соответственно, сейчас напишу, на какой адрес. Либо через Наталью, либо вот кому-то из нас. Да, можно мне написать, у нас лежит PDF-ка, но если не да, хочется PDF, а мы можем хочется настоящий. Но если что, возможно, да, вот последние, так сказать, экземпляры, которые еще свободно перемещаются по территории Российской Федерации, можно зацепить, если вы там же перемещаетесь. Вот. Да, ну а дальше давайте будем как-то ориентироваться на продолжение сотрудничества вот на уровне рефлексии уже в интернете, то есть если у вас что-то будет, и не только про сегодня звучавших авторов, да, Илюш, я полагаю, а в целом про какую-то саморефлексивную ситуацию нахождения в языке в момент его распада или полураспада, то присылайте Алексею, Илюш, напиши адрес, может, тоже в чате. Вот. Ну, вы можете писать мне сразу много где, вот, возможно, даже, ну, наверное, и в ТГ, сейчас, давайте. Ну, вот у нас еще была мысль сделать какую-то подборку по результатам, результатам курса, но пока мы еще далеки от этой подборки. Электронно опубликовать, ты имеешь? Ну, да вот я даже не знаю как. То есть я бы, наверное, может быть, сделала какой-то отбор и послала в Транслит в следующий. Ну, если есть, да, давайте, пожалуйста, какие-то сайт, тексты. Сайт работает. Угу. Пока. Ну, да, да. Ну, посмотрим. Сейчас вот у нас хорошо. Еще... Так, давайте. Будем на связи. Угу. Вот, пишите мне в телеге, на почту, ВКонтакте, можно в Фейсбуке писать, то есть в этом плане, как вам будет удобней, вот. Да. Ну все, еще раз спасибо, коллеги. Спасибо, спасибо. Пока. Спасибо, всего доброго. Всего большое, спасибо. Было интересно. Спасибо, до свидания. Спасибо, пока. Спасибо огромное. До свидания.